День, подписчики моего канала, зрители моего канала. Сегодня у нас рыбацкая тема на канале. Значит, кто не знает, я давно пользуюсь продукцией Хальбарада. Это венгерское производство, значит, разрабатывает знаменитый разработчик фидеров Дон Габор. У них очень огромный и широкий спектр прикормок, лесок, бойлов. И в этом году они стали на чемпионате мира в ЮАР, стали победителями, то есть взяли золото. Вот. И сегодня я еще себе подзаказал их продукции и хочу сделать небольшой обзорчик. Значит, я себе подзаказал вот такой вот пастачина, крошка. Она, когда падает на дно, ее не смывает ни течением, ни на водоеме, она ложится ровно, разбухает, рыба ее видит, с удовольствием ест. Вот. Заказал прикормку донную, вот, на Амур. Она вот такой консистенции, значит, красная, мелкого помола. Очень хороший стоит у нее запах. И заказал на пробу, значит, готовые две прикормки, уже ферментированные. Они уже готовые, то есть их не надо на водоеме не залепливать. Вы распаковали, тут зип-пакет, сколько вам надо. И вы добавили вот такие вот, у них тоже очень интересные. Значит, почти 900 грамм упаковочки. Вот, значит, пользовался я бойлами. Мне бойлы тоже очень понравились. Вот, и в этом году я взял тоже две разновидности их. Вот, если камера передаст вам цвет, синего цвета и коричневого. Вот, флюоресцентные. Они, когда попадают в воду, они еще вокруг себя мутное облако пыли создают и светятся. Рыба их видит. Заказал вот такие банановые вот шарики. Тоже попробуем, как они будут вести. Это нейтральная плавучесть. И заказал уже в дипе резиновую кукурузку. У меня были они, разные варианты. Я пробовал их, но решил еще вот взять. Она здесь, если вы увидите, она не полностью одного цвета. Она есть желтого цвета и есть зеленого цвета. И взял в размотках, значит, по километру, 1000 метров, вот две лески. Значит, леску 0,30, вот, на 8,3 килограмма. Ну и тут тоже 0,30 на 8,3, только в разных размотках, желтая и коричневая. Вот, вот так это вот выглядит в бобине. Леска, как заявлено уже производителем, она идет с абразивным покрытием. Вот, цена у нее относительно сносная. И посмотрим, как она себя поведет на водоеме. Вот Карплин Спорт. Карплин я одну взял и Карплин The Sport. Вот. Вот такой вот у меня сегодня обзор по продукции венгерской фирмы Хальбарада. Она имеет очень стойкий запах. Вот я сейчас сижу, прямо слышно, как пахнет эта продукция через упаковки. Вот. Всем советую. Продукция хорошая и уловистая, рыбу ловит. И это доказал чемпионат мира в ЮАР, 2019 год. Венгры стали победителями. У них есть на канале, можете посмотреть. Большое спасибо за то, что смотрите мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Всем до новых встреч.